Вы знаете, во всех сложных ситуациях, которые происходили в моей жизни, да и вообще происходит у людей, я считаю, самое главное – это вера. Это вера в завтрашний день, это вера в себя, это вера в твое будущее, это вера, что ты можешь, это вера, что ты сделаешь, это вера, что это обязательно должно произойти, это вера в Бога, это вера, понимаете? Нужно всегда верить. Когда человек опускает руки и не знает, что ему делать, и ему кажется, все уже распадается на части, и он там, я не знаю, во все тяжкие, да, люди уходят, начинают выпивать, что-то еще. Вот здесь вот уже все, человек потерян. Хотя нет, ну, на любом этапе, естественно, есть какой-то выход из ситуации. Но я считаю, всегда нужно верить. У меня были сложнейшие ситуации, когда я вообще не знал, что будет происходить завтра. Я боялся завтрашнего дня. Но я всегда верил. Я знал, что что-то произойдет хорошее. Я ждал этого, я искал этого. Поэтому со мной, собственно говоря, так и происходило постоянно. Слава Богу.